Водное поло – спорт без возрастных ограничений, поэтому в Ульяновске в игру на воде играют как опытные спортсмены, так и школьники. Причем молодое поколение дает фору взрослым. Свое мастерство ульяновская молодежь показала на турнире по мини-водному полу «Мы в игре». Соревнования прошли на базе бассейна «Спартак», где и тренируется большинство юных спортсменов. Для меня водное поло – это не просто игра, а еще и соревнования с другими и с самим собой. Потому что если будем соревноваться друг с другом, тогда, может быть, можно набраться опыта и уже играть с другими. Мне кажется, это единственный вид спорта, когда в нынешних условиях карантина, когда дети сидят целыми днями в школе, да, это единственный способ, когда и активность, и полезно для формы. Возраст игроков от 10 до 16 лет. Участники – воспитанники ульяновских секций. Большая часть родителей ходит в бассейн вместе с детьми. Некоторые и сами давно играют в водное поло. Участник взрослой команды «Спартак» Иван Седов признается. Благодаря занятиям его сын Артем показывает неплохие результаты в спорте. За период, пока мой ребенок занимается этим видом спорта, я начал замечать, что повысилась дисциплина. Он начал более ответственно относиться ко многим вещам. Все-таки точное время прибытия к тренировке его начало заставлять и следить за остальным временем, планировать свой день правильно. Водное поло – это возможность для ребенка начать работать в команде, укрепить иммунитет и разбудить в себе боевой дух. Ребята наравне со старшими товарищами работают над техникой и тактикой игры. А с соседними дорожками за ними с интересом наблюдают родители. Максим стал более командным игроком. Если вначале он пришел и был очень растерянный, меня как-то это прям вот очень смутило. Вот, я соболезновала как-то ему. Потом я видела, как он рос, как он вживался в команду, как он стал выполнять все указания тренера, как я увидела его какой-то определенный рост. Организаторы турнира из Ульяновской ватерпольной лиги планируют сделать подобные соревнования традиционными. Мероприятие провели в рамках всероссийского проекта «Мы в игре», поддержанного фонда президентских грантов. В программе проекта спортивные состязания по водному поло и плаванию, тренинги с педагогами и обучение. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.